struggling, wonder how to fix. Так, друзья, ошибся я уже немножечко со временем. У нас уже играют игроки команды Гетто и Инфраред. Инфраред у нас за атаку, у нас Гетто за дефенс и пистолетка за команды Инфраред. Немножко прозевал я вот так вот, извиняюсь. Все, теперь должно быть все хорошо. Так, ну вот, Кнайф играли Гетто. И вот преимущество Инфраред. Быстро выходит соточку. 3А занимают игроки команды Гетто. Ну вот, через верх-низ, через сотку пошел выход. И смотрим за игрой. Как тут ребята действуют. Нюс от Эд Брауна. Как? От Буна минус. Минус от Хемки. И у нас вылетает еще один игрок команды Гетто. Минус 3 от Секси. 3 дигла. 3 шота дает он. Правда, все в тело. Но, тем не менее, молодчик. 2-0 впереди команды Инфраред. Нет, вот Роми подконнектился обратно. 0-0, 0 к 0. Роми, это который фраг рейндж, если не ошибаюсь. ФНСГ. Так, ну и смотрим сейчас за расстановкой Инфраред. Сейчас играет на поджим. Сережка тут сразу аркадит. Должен забирать. Сережка забирает все-таки это... На зелени, минус от Хемки, забирает он Ромку, еще минус от Секси, очень четко ловит он Хемку, и раунд уже в преимуществе за Гетто был, но уже ровная ситуация, имеется в виду по ХП, по игрокам, но нет, все-таки, что за ники? Фьюджи. Сейчас, я прочитаю. Фьюкан. Да, вот Фьюкан, правильно. Минус от Сережки забрал он нуклира. Один Фьюкан остается. У нас выходит на закрытый. Ставит плент, откидывает дым. И ребята из команды Гетто даже не подозревают, что это будет точка Б. Закрытый, но нет, сразу вот перетягивается Сережка. Также и Секси. И Фьюкан должен давать минус сейчас. Минус 2, как минимум, опять у Гетто вылетает один игрок. Ну вот смотрите, Гетто очень неплохо сыграли сейчас эко-раунд. Сколько там? 3 хп остается у Фьюкана. И нет, все-таки Сережка тащит. 2-1 впереди команда Инфраред. Но вот Гетто все-таки берут на эко-раунде этот раунд. 2-1. И у Инфраред... Нет, деньги должны быть, потому что плент поставили вроде бы. И проблем не должно быть у них с этим делом. Как? Нет, проблемы есть. Все-таки вот диглы. И вот планируют выйти под закрытый плент. Хотя закрытый сейчас втроем, ребята, расположились. Хотя, ну, тут на зигзаге быстрая перетяжка. Под закрытый и очень четко. Тут все получится. Минус от Роми. С ВП он играет уже на вагоне. У зигзага минус от киллера. Минус от Сережки. Еще Сережка дает минус. И один остается. Ну, клир, которого сейчас... Нет, не забирает Сережка. Ну, с хаешечки взрывает все-таки Роми его. И раунд с командой Гетто. Геймпединг. Пауза. Такое, что хотел посмотреть, просто проверил, работает ли микрофон. Смотрите, пока что 2-2, и у Инфраред Хемка 4 к 4 тащит, а вот у команды Гетто Сережка 9-3. Молодец этот парень. Хорош вообще. У нас пауза, и думаю, пока что ждем и ребят. Пока все обратно придут. Посмотрим, там кто-то вылетел, что ли. Опять Romy connected. Romy has left the game. Romy connected.
Ну вот видите, то что какая-то ситуация плохая с игрой. Что-то все нечетко у них. Как у гетто, так и у инфраред. Так, ну и скоро, кстати говоря, переделаем мы раздел стрим, видео вотс. Там будут уже висеть как раз-таки ваши стримы всех игр, которые мы комментировали. И я думаю, мы вас порадуем этим. Кстати говоря, вот я все свои видео лично заливаю на YouTube. Можете снизу подписаться под галерочкой, там видно. Записи HLTV будут тут, а записи стрима будут тут. И вот там, где тут, просто тыкаете на эту ссылочку, переходите на мой аккаунт в YouTube. И там, в принципе, все мои стримы, имеется в виду в HD качестве, есть, присутствуют. 720 HD. Ждем, ждем пока что. Ребята из команды, наверное, гетто все-таки придут обратно, ворвутся. Я думаю, пока что я, наверное, отойду вот на минутку. Вы пока, я думаю, не отключайтесь. У нас пока что пауза. И поэтому ждем, ждем, наверное. Ждем игроков. Так, ну что, что пока что происходит? Пока что пауза настоит. И гетто, и инфраред. Никто еще не готов играть. Вроде бы 5 игроков на сервере. Смотрим по табу. Роме на сервере. Вроде бы все 5, но пока что ничего пока не происходит. 2-2, кстати. Да, ждем, 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 пока игроки подконнектятся из команды Get, либо Infrared. И пауза, видимо, такая довольно-таки долгая. Ну, все прекрасно знают, то, что паузу можно ставить не больше, чем на 5 минут. Поэтому нас это ожидает не больше 5 минут, эта пауза. Ну, а дальше будем комментировать.
Да. Давайте что ли еще интро посмотрим. Ну вот видим, видим, пока что у нас пауза на сервере и до сих пор ни команда гетто, ни команда инфраред не готовы. Видим мы только всего лишь, что у нас происходит на сервере. 5 вроде бы игроков команды гетто и инфраред. Но ничего, ничего такого нету. 2-2. 2-2 до сих пор. Я даже не знаю. Наверное, стоит подумать, какие, наверное, интерактивы что ли вам провести. Я думаю, один интерактив с CS. Один, наверное, с музычки. И третий какой-нибудь с Старкрафта, может быть, второго или с другой какой-то либо игры. Ну, еще подумаем. Подумаем, с какой. Третий интерактив, я не знаю. Вот первый, да, примерно догадываюсь. Так, все, у нас, кстати говоря, отжали паузу. Классно, все, давайте, ребят, в игру, борьбу. Что-то у них там произошло. И смотрим за игрой. Как я и обещал, что больше 5 минут паузу нельзя ставить. Хотя это все прекрасно знают. И команда Infrared играет, в принципе, по дефолту. ОВП сразу идет на ЗЗ. Вот, точнее, на зелень. У команды Get, в принципе, единицы. Так же, как у команды Infrared, вроде бы. По девайсу все тоже хорошо, как и одной, как и другой команды. Первый минус от Нуна. Это было у нас уже на сотке. Вот так вот парень уже быстренько прошел в аркаду и убил Хемку. Ну тут сразу два размена пошли на соточке. Минус от Фьюкана на зелени. И минус на сотке был. Поток вверх низа. Минус еще от Нуклира. Этот парень еще неплохо действует. Ну, Роми сразу смоет поджим. Кстати, у Роми один к одному. Видимо, опять он. Has left the game. Что ж такое у него? Вот видим, то, что у него какие-то проблемы. Да, видим, все прекрасно. Ну ладно, один секси остается. Сэмка он все стреляет по пленту. Флешку попадает. А, Ромин пишет просто Steam Connection Lost. Что у многих, в принципе, сейчас у нас в чате творится, то и у Роми. Все, Steam зашел, окей. Не против, если 3150 поставим. МП Start Mania. Можно? Да, да. Ваш там долго. У меня уже 1 час. Спасибо. Все, Steam зашел. Окей. Это, наверное, то, что уже было у нас на игре. А вот опять Роми вылетает. Steam Connection Loss. Что у многих сейчас творится. Ну, смотрим. Соточка, что там происходит. Минус 2 от добоя. И один остается киллер. У нас на путях у пятого пути, да, у пятого, под пятым вагоном. Да, забирает. Нет, как не забирает, он нуклиру просто 10 хп остается. Краснейший этот парень, родовый. И Роми, который только что зашел опять. Убивает Хемка, Роми. Так, почему у нас он не прерисовался, подскажите мне, пожалуйста. Почему у нас Роми не прорисовался? Раз, два, три, четыре, пять. Все игроки на сервере, а у меня по барам они пресс. Что ты будешь делать-то? Бывают такие лаги, конечно, и с барами, и со всем, поэтому не стоит огорчаться. Минус от Кидера, минус от Сони. Есть преимущество у команды Infrared по точнее, у команды Гетто по ХП. Сейчас у нас
сыграется этот раунд, и я тогда сделаю ретрай на HLTV. А то какие-то проблемы, вы сами видите, то что на сроме не пририсовался нигде, и в табе, и там, и сям. Ясно. А, вот, нул бегает вот здесь вот. Может, со следующего раунда прорисуется. Ну ладно, будем смотреть, будем ждать. Надеюсь, все будет хорошо. Смотрим, сейчас под собакой, в принципе, принимает тут неплохо. Киллер, если не ошибаюсь. Ой, нун. Ой, не нун, а всех перечислил. Сережка. И уже подходит под собаку. Сережки надо чекать. Смотрите, смотрите, видите, игрока. Вот ползет сейчас. Минус от обоя, минус от Этана. Да, Сережка забирает до боя. Сережке 62 хп осталось. Да, 62. Сейчас прошиву пошли. Минус от Этана и... Пауза. Пауза опять. Да что ж такое-то, я не понимаю. Counter-Terrorist Win. Раунд за команду Гетто. Так, и не прессовался игрок. Так, ну последний раз смотрим. Делаем реконнект. Ну и сейчас будет все отлично. Да, все, наконец-таки перерисовался. И смотрим за игрой. Ой, по звуку что-то не очень. Минус первый от киллера с пятого пути он забрал до боя. Минус от Сережки. Преимущество команды Гетто есть. Плент у нас в доме находится. Тут, в принципе, плеер неплохо чекает игроков. Сразу пошли прошивы. Минус. Нет, минус еще нет. Нет, наконец-таки есть минус от плеера. Ну, тоже дает минус. И один фьюкан оставался и его забирает. Киллер с ВП 4-4. Друзья, давайте не отключайтесь. Зовите всех своих друзей. У нас уже полуфинал. Карта D-Train. Кстати говоря, финал у нас будет на карте D-Tuscan. И я думаю, будет интересненько, интересненько. Понаблюдать за Тусканом. Второй финал у нас подряд опять Тускан будет. Как в 86-м, так и 87-м. По скапе минус от Сережки. Еще минус от Сережки. Минус 3 от плеера. Минус 2 от плеера и минус 3 от Сережки. 5-4, 5-4, впереди команда Гетто, и Инфрарад сейчас быстренько слились на полторашки, на перемычки, вот, перемычки слились под Б, на закрытом, в доме, и сейчас, в принципе, Гетто имеют преимущество в один раунд, есть ВП, АВП, извиняюсь, минус от киллера, забирают хему. Нуклер сразу разменит только лишь Нуна, минус от плеера, минус от секси. Ну вот как ник сменил, видимо, Роми, либо это другой игрок. Так все пошло у ребят. Так, это остается ВП на сотке, и, конечно, ему тут... Нет, попадает он по игроку. Ух ты, вообще не туда попал. Да, все-таки минус от киллера. Шестой раунд забирает Гетто свою копилку. 6-4. И смотрим, смотрим, что сейчас у нас будет. Закуп, по идее, должен быть. Нет, закуп нет, есть иглы. Без закупа прыгает HLTV. Минус 10. Фристайм мы делаем. Минус 10 время. Минус 10 секунд. И у нас сейчас минута 20 осталось. Так, ребят выходят на закрытый, сразу ставят Plant Infrared, Этан, и 3 в 3 ситуации. Кстати говоря, у Хемки и у Этана есть по М-ке, между прочим, и они могут, в принципе, решить исход в этом раунде. И, в принципе, эко-раунд будет разыгран довольно-таки неплохо, если сейчас Infrared возьмут эту игру. Минус от Этана, Сережка, кстати говоря, забрал Нуклира, и еще минус от Хемы. Вот так вот. Эко-раунд, в принципе, отлично разыгрывает Инфрарет. Вышли они быстренько через нижний парик и через верхний, аналогично. И дали два минуса, также потеряли двоих. То есть под размен быстренько сыграли. Ну что,
Молодцы, больше ничего не могу такого сказать плохого. Итак, смотрим за игроками. А именно за Хемка сейчас ребята вроде бы исполняют какой-то свой дефолт. Плен, правда, у нас под закрытом. Неужели ВП хотел прострелить с дома игроков на четвертом вагоне? Ну, тут еще плеер сейчас подожмет и... Сейчас если прочекает плеер... Нет, все-таки минус от Нуна. Это было у нас под верх-низом. Забрал он нуклира. Ой-ой-ой, сейчас как неожиданно будет. Ух ты, прошили, прошили на лестнице. ВП минус от плеера. Красный был игрок команды Infrared. Это еще был там минус от кого-то. От Сережки, вот так вот. Ну, добойся, разменят как раз-таки этого плеера на закрытом, на перемычке. Двое игроков команды Infrared сейчас тут в перемычке находятся. Добой и Фьюкан. И сразу гетто все перетягиваются на Б. И, в принципе, 2 ВП тут решают, решают. Как киллер, так и секси. Молодцы. По минусу и свободный, в принципе. Верхний и нижний парик за контроле. Молодцы. И раунд 7 за командой гетто. Ну вот, если честно, я таких ребят первый раз вижу. Хотя вроде бы видел Нуна, видел Роми. Ну, Роми, в принципе, все многие знают его игрока. Этого игрока из команды Фрагрейндж. Так, смотрим, минус от Нуна, минус от киллера, минус 2 от Нуна происходит, по-моему, на Зереге. Ой, на Зерене минус от киллера был. Значит, минус 2 было на сотке. Да, и плеер уже в аркаде стоит. А, минус 2 было на верхнизе. Вот, извиняюсь еще раз. В принципе, тут Сережка неплохо контролит. Закрытый. Ну вот, добой минус дает. Собирал Нуна. Есть уже девайс. 1-4 ситуация. Надо минус 4 давать, конечно. На эйс, братиш, на эйс. Нет, не получается у него это сделать. Сережка тут неплохо законтролировала в перемычке. И раунд за командой гетто. 8-5 в 3 раунда эти ребята ведут. С чем мы их и поздравляем сейчас. Давайте, давайте, друзья, все-таки зовите своих знакомых, близких. Пусть они смотрят у нас стрим сегодня, в принципе, интересно. Сейчас команда гетто и Infrared, карта D-Train, Live CS Fast Cup номер 87. И пока что первая половина. Видите, счет 8-5. Давайте соберем публику в 30 человек. Было бы неплохо. Было бы веселого. Минус от Хемки, забрал он плеер, плеера, сразу раскидка пошла над Б плент. Плент поставили. Молодцы, тут сразу пошли ребята выбивать из гетто. Инфраред с плента, но нет, не удается, потому что фьюкан и добой этому не способствуют. А наоборот. Точнее, не... Да, слово наоборот было лишнее. И 8-6, 8-6. Infrared все-таки берут раунд. И last раунд в первой половине. За ним, в принципе, будет интересно сейчас понаблюдать. Так как команда Infrared уже взяла 6 раундов за атаку. И это довольно-таки неплохо. На самом деле, на трейне, это, мне кажется, даже очень хорошо. Но лучше, если они возьмут еще один раунд. В принципе, тут главная стрельба. Уже знание своих позиций определенных, там, может быть, в какой-то степени раскидки, где-то разводы. Ну, тут видно, видно то, что все-таки гетто проигрывают, проигрывают за дефенс. Так, ну вот, минус от Сережки, забрал он это, на Хемка разменивает плеера, 4 в 4 ситуация, 2 ВП есть у команды гетто, 2 ВП, 2 Эмки, прыгнул опять Холл ТВ, ну, остается, значит, 50 секунд. И смотрим, смотрим за игрой. Минус от Фьюкана. Это было у нас наверх-низе. Сразу он заходит себе в дом. И ребята выходят сразу на закрытый. Но тут секси, в принципе, контролит хорошо. С верхнего законтролил он до боя. Сейчас смотрит нижний. Пошла раскидка. В флешку попадает. Секси под флешечкой. Сейчас должен раскидывать еще хае. Смотрит, будет смотреть сейчас верхний. Нет, верхний сразу ушел на перемычку.
Что ж такое подлагивает вообще? Что с ХЛТВ такое творится? Не могу понять. Минус одно на... И уже есть преимущество, конечно, у Гетта. Сразу дефьюз пошел. Минус от Хемки. Законтролил он дефьюзера. И еще минус от Секси. Я думаю, да, успеет Гетта. И 9-6. Впереди команда Гетта. Инфрарод у нас пока что проигрывает. Пока что проигрывает. Также, друзья, не отключайтесь, дальше будет у нас финал. Думаю, начнется он где-то часов в 12, если у всех будет все хорошо с компьютерами, ничего лагать не будет, то начнется, я думаю, часов там в 12 ночи. То есть, в принципе, не позднее такое время. Так, ну смотрим за игрой сейчас. В принципе, сейчас Гетта играет какую-то свою пистолетку, заготовочку. Хотя по дефу как-то расположились, непонятно. Хотели выйти на, но не получается. Минус от Фьюкана, там минус 2 уже от ребят из команды. Инфрарод. И вот смотрим. 47 и 15 хп. У добоя 15, Фьюкана 47. Минус от Секси, контролит он добоя. Соточки забирает его. Смотрим. Нуклер прочекал закрытый, дал инфу, то, что есть там игроки. И, в принципе, я думаю, здесь он нормально задефит. Проблем с этим не будет. Я более чем уверен. Ну вот, Нуклер дает минус, забрал он Фьюкана. Уже на сотку ребятки раскидывают, расходятся. Флешку получает. Секси получает флешку при постановке плента. Ну и минус 2 от Этана. И Хемка еще минус дает в голову. Вот так вот. 3 хедшота ставят ребята с команды Инфрарод. За ними. Это пистолетка. Даже плент не удалось поставить команде Гетта. Так вот. Так, ну сейчас фейк попытается Гетта разыграть. В принципе, что они показывали уже на Мираже. А, на Мираже это показывали господа. Сразу перетяжка, добой дает 2 минуса. Секси стреляется с верхнего парика, не получается выйти. Неужели все сместились? Да, все смещаются абсолютно. И это на этом понимает, что тут уже игрок близко, хотят сделать развод. И уже на пятом пути. Плент законтролил. Все, молодец. Это от задефил, плент не дал поставить. И сейчас, конечно, уберут, я думаю. Ну, на киллера, точнее. Ну, вот киллер чуть-чуть пораньше уходить через зелень. Еще добой дал минус. Да, ну тут, в принципе, понятно, без особых лишних комментариев. Ясно, что инфрарод возьмут этот раунд. Но могли, конечно, где-то поставить плент, но не удалось, как видим. Ребят, выходит на сотку, пошли через две флешки, по-моему, вышли, но тут, я думаю, Зиги зелени раз законтролит. Этан дает две флешки, нет, да, дает две флешки, дает ХАЕ, минус от добоя, минус от Этана, минус от Хемки с ХАЕ, еще должен давать Этан минус, да, еще минус 3 от этого парня, и спокойно, без потерь, инфрарод контролит соточку. Не получилось у Гетта выйти на сотку, так даже дать минус. Быстро они слились. И смотрим теперь за закупом. За закупом команды Гетта. Сейчас как они будут играть. Так, двое. Нет, один сотка. Двое сотка. Трое сотка. Двое вверх-вниз. Да, видимо, будет выход на сотку. Фастом минус одну на законтроленную схемку. Есть уже преимущество у Гетта. Есть очень на Зиге. Игрок, да, минус от Сережки. Хотя, ну, он тоже пока проконтролил этого парня. Минус от плеера с пятого пути. Раскидка, в принципе, очень удачная у команды Гетта. Очень четко вышли. Двое вверх-вниз, трое сотку. Этан, правда, дал минус. Слушай, забрал плеера. И одна потеря уже есть у команды Гетта. Почти было две потери. Ну, Секси все-таки законтролил Этана. Сбривает у него. Фьюкан остается на перемычке. С бритвой. С ножиком. С саблей. С мачетой, как еще можно сказать. Ну и с эмкой. 10-9. 10. Так,
нас гетто выиграли, значит, счет 9-10, 10-9, да, впереди команда гетто. И ребята выходят на сотку, опять-таки, повторяют раунд. Нуклира, кстати говоря, АВП. И нуклир должен, в принципе, делать свои дела. Да, попадает все-таки по Сережке. Молодец этот парень. Кстати говоря, ему всего 14 лет, насколько я знаю. А уже в полуфинале играет с фаскапа. Минус 3. Молодец, молодец парень. Молодой, но тащит. Секси один остается. И минус от обоя. Зелень забрал он этого секси. И команда Infrared все-таки опять-таки сравнивает счет. 10-10. Борьба, борьба, борьба. Четко. У нас пока что две игры, и вот вторая игра вот эта, и все такие напряженочки, под напряженочкой такой небольшой проходит. Ну и сейчас особо сильная такая, сильная напряжка, как у команды Infrared, так и у команды гетто. Сейчас гетто не решается выйти фастом на сотку сразу, как-то свой по дефолту расстановку сделали. Один на зигзаге, а точнее один на зелени, и трое в доме, и один в верхнице, если не ошибаюсь. Так, верхница-то есть, один на сотке, вот, контроль. Аркада пошла от схемы, минус 2 от этого парня, сразу дает инфу, то что есть. Плент на винте, нуклер тоже дает минус, забрал он сережку, это было на соточке. Я более чем уверен, да, это на сотке, это было вообще на, да, на... именно на сотке. Сейчас еще может дать хемка минус. Нет, не получилось у киллера. 52 хп, чуть-чуть у хемки не хватило, чтобы дать третий минус. Ну, плент, ребят, в принципе, взяли из команды гетто. И сейчас уже на перемычке находится киллер. Секси сейчас... Нет, киллер уже на верхнизе. Заходит на вагон. Тут сейчас либо зиги, либо под вагоном заберут. Да, все-таки зиги. Нуклир контролит его. Да, тут не получается ему еще секси забрать. Секси забирает нуклира. И раунд с командой Infrared. 11-10. Молодцы, ребята. Имеется в виду команда Infrared. 5-1 уже тащит. Тащит за дефенс. Тащит или тащит? Вот в чем вопрос. Так, ну что, выход пошел. На сотку, правда, и к раунду. У команды гетто. И сейчас, я думаю, 12 раунд можно смело поставить опять-таки команде Infrared. Не буду говорить особо, кто минус отдал. В принципе, и не важно. Вроде каждый по минусу дал. 2-1 минус. Так, 12-10. 12-10 впереди команды Infrared. И у гетто сейчас единица закуп. Должны они сейчас сбривать игроков команды Infrared, как раз таки контролить их из зелени, из сотки, из запада, с дома имеется в виду. Ну видите, сейчас двое игроков находятся, гетто, и двое под зелени, один на чек играет сотки. Дефолт. Именно основной дефолт. Ой, не получилось у нуклира сбрить зелень. Откидывает хае, в принципе, очень неплохая хае. Ну, он немножко подзорвал. И до сих пор контролит зеленочку. Но зеленку сразу отходят ребята. Ну, на 22 хп. Видимо, по нему еще с ВП попали, еще хае дали под ноги. В принципе, нормально вот так. Контроле. Так, минус от добоя с хае его взрывает. Минус киллера еще с шестого вагона сейчас должен игрок команды гетто забирать. Infrared забирает, извиняюсь. Минус от нуклира, как раз таки он законтролил. Ну, на еще минус от нуклира. Вот молодец этот парень. Еще и сережка, и плеер. Размену сделали. И один плеер остается. Через зелень проходит. Но нет, все-таки опять нуклир здесь. И карта... Карта парня, молодого парня этого, которому, по-моему, как я говорил, мало лет, ну, 18 нет, так скажем. И уже в полуфинале играет парень, молодчик. Минус 2 от схемы, минус 3 от этого парня, может быть, еще минус 4 дать. Заранее сказал минус 4, думал, что будет минус 4, там в голову дал по Нуну, и с хае, ну, нуклир взрывает Нуна. Было 4 хп.
14-10, 14-10, и инфрарод уже за дефенс ведут 8-1. 8-1, 7 раундов, просто обесточили они игру. Команды гетто, ничего у них не получается. Ну вот, на самом деле я заметил то, что вот гетто нет таких каких-то особых раскидок. Есть свой дефолт, именно игра от размена, так же как вот команда Фрагрэнш играет. В принципе, видно, как они играют. Потому что там игра идет именно по скиллу. То есть, ребят, здесь скилловые, вот если я не ошибаюсь. И Роми из команды Фрагрэнш играет за гетто. Ну ладно, смотрим. Минус от Сережки. Сразу Хае полетит на зелень от Фьюкана. Но плеер его разменивает. 3-2 ситуацию. Хемки до боя по эмке остается. Хемка сразу хлопует со спуска, с подъема. Минус 2 до боя где-то происходит. Секси остается один. И слышит игрока. Ну давайте посмотрим без ВХ. Чем мы все время с ВХ смотрим? Ладно, не буду я вырубать, хотел сейчас опять включить Волхак. Нет, не удалось все-таки Секси дать минус. Добой его забирает. И минус 3 от добоя. Если не ошибаюсь. Да, по-моему, минус 3 дал этот парень. И 5 матчпоинтов команды Infrared. Надо им брать сейчас последний. За атаку они, за дефенс 9-1 сделали такой вот камбэк, так скажем. Но если у нас сейчас повиснет холдвет, то я думаю, все понимают, что будет 16-10. А если не повиснет, то круто, чё. Смотрим. Сейчас зелень контролит, в принципе, нуклир. СВП, ну вот на зелени никого абсолютно нет. Хотя нет, есть СВП, игрок один, не СВП, а киллер с АК. Минус от хемы, минус от Нуна, размен сразу прошел. И нуклир дает инфу сразу, где находится игрок. Где находится плент. Сразу пошла раскидка. Нуну и плееру надо выбивать свой же плент. Едва в 3 ситуации. Минус от плеера, минус еще от Нуна. И, видимо, пока что это не ГГ. Хотя 17-20 хп у того и другого. Ну, тут, в принципе, контролит нормально. Нун понимает то, что ребята уже из команды Infrared у плента на зелени. Я чувствую, у нас сейчас ХЛТВ повисит. Хотя нет, нуклир законтролил. Нуна минус от плеера. Один в один ситуация, один хп. У Этана. Этан сразу отходит. Да, и Этан дает минус. Забрал он плеера. 16-10. Поздравляем, все пишут ГГББ. ГБ, молодцы, да. Хорошо, сыграли команда Infrared. Сделали какой-то камбэк. 10-1 сделали во вторую половину. И мы переключаемся в чат после небольшой рекламной паузы. Так, ну что, 16-10, команда Infrared выигрывает команду гетто, и Infrared выходит в финал, с чем мы их и поздравляем. Посмотрим. За этими ребятками. В финале. Кто у нас играет в финале-то? Мне кажется, Спада. Нет, не Спада, ВФ играет. ВФ, по-моему, в прошлом финале играли. Если не ошибаюсь, сейчас я даже чекну. 86-й фасткап. Я их точно комментировал. ВФ, но... Сейчас. Да, ВФ играли в прошлом фасткапе. Второе место они заняли. Там. И да, ВФ против команды Infrared. Так вот, пока ХЛТВ не дали, поэтому я могу с вами еще немножко побеседовать в чате. Но вот еще мне надо одну дельцу сделать быстренько.